Уходит на второй план, потому что сегодня прямой трансляции на стадионе Джузеппе Мьяцца в Милане знает, что это нападающие. Карло Анчелотти – главный тренер. А это ведь запасной Батистута и премьер-министр Сильвио Берлускони. Главный арбитр этого матча – это Батистута. А что касается арбитра, то вот мы в перерыве здесь обсуждали, не поступает. Это не солидарность профессиональная. На ней тут и речи даже не можно. Как тогда Кошта отдал, забил Инзаги и Тольдо. 1-0 впереди. В Милан ушел Рекобо, вышел Батистута. Как следует, не смогли разыграть этот Интер и удар вперед. Опасный момент. Дида на выходе великолепен. Неста, Батистута. И вот его следует выпустить в таком матче, проигрывая извечному сопернику. Матерацци бьет вперед. Свисток судьи. Батистута руками толкнул Несту, штрафной. В добавленное время и подво забивает даже. Интер с мячом. Пытался ногой мяч отбить. Держание мяча не получается. Руй Кошта очередной. Ничего не получается и у Интера. Ох, какой прием опасный. Батистута не вошел в игру совершенно. Это опасная игра. Не успевает Тольдо раньше. Удар сильный. И судья на линии фиксирует офсайд Батистуты. Тот согласен, так, по внешнему виду. Ну, явный офсайд, наверное, все-таки у кого? Кому был отдан пас?